Друзья, всем привет! В этом видео я покажу еще одну очередную инвестиционную квартиру, куда мы вкладывали деньги. Также расскажу вам о том, за сколько мы ее купили, за сколько мы ее уже продали. Да, мы уже приняли аванс. А также поговорим о перспективах рынка недвижимости в Турции на будущее. Пойдемте смотреть. Итак, друзья, мы находимся в районе Аба, с левой стороны жилой комплекс, который будет сдан буквально уже через месяц. Застройщик ТЦ АЯП, прекрасный застройщик. Мы очень плотно с ним работаем и работали. Здесь у нас инвесторы купили порядка 4 квартир. И сейчас мы с вами пойдем посмотрим нашу квартиру, а также квартиры наших инвесторов. Это небольшой камерный комплекс на 26 квартир. Находится в тихом, уютном месте. Здесь есть небольшой спортзал, здесь есть хамам, здесь есть бассейн, также здесь есть подземная парковка. В дальнейшем я вам расскажу, почему наше инвестиционное решение выпало именно на этот комплекс. Кстати, друзья, в нашем телеграм-канале всех попрошу зайти, подписаться, ссылочка будет в описании под видео. Мы вкладываем постоянно различные новости, новости законов и так далее. Все, что нужно для жизни в Турции. И это, в принципе, полное руководство для иммигранта, который собирается перебраться в Турцию на постоянное место жительства. Подписывайтесь. Друзья, теперь я вас всех приглашаю зайти внутрь этого комплекса и посмотреть, в каком состоянии сейчас находятся наши квартиры. Пойдемте. Так, друзья, в этом комплексе есть подземный паркинг. Подземный паркинг находится на минус первом уровне. Лифты пока еще не запущены, поэтому пройдемся пешком по лестнице. Ну, друзья, мы находимся в очередной нашей инвестиционной квартире. Как вы можете обратить внимание, что работы подходят к финишу. Квартира на самом деле небольшая, по топу 50 метров. Я так понимаю, что кухня-гостиная в районе 20 метров. Спальня, сейчас я вам покажу. Вся техника Bosch будет присутствовать в этой квартире. Также полы с подогревом в санузлах. Итак, мы находимся на балконе. Квартира на втором этаже. Выход на балкон как со спальни, так и с кухни-гостиной. Вид на самом деле достаточно неплохой, открытый взор. Перед нами находится школа. А о чем это говорит? Это говорит о том, что после обеда, после 5 часов, после 6 часов здесь будет достаточно тихо. Нет самой ближайшей доступности буквально в 50 метрах ни кафе, ни ресторанов и так далее. Поэтому, если вы будете жить здесь постоянно, то ваш покой ничто не потревожит. Почему я выбрал этот инвестиционный проект? Более того, друзья, весь второй этаж выкуплен нашими инвесторами. Рядом квартира продается в данный момент. Мы сейчас тоже покажем ее за 169 тысяч евро. Другая квартира, которая тоже находится рядом, тоже окна всех квартир выходят на южную сторону, продается за 180 тысяч евро. Я эту квартиру уже принял аванс, я ее уже продал. Мы продали ее за 150 тысяч евро. Точка входа наша была до 70 тысяч евро. То есть я за полтора года заработал прекрасные 110%. Почему мы все-таки выбрали этот проект, друзья? Первое, это район Оба. Второе, локация. Буквально в 350 метров отсюда находится берег Средиземного моря. Что еще здесь интересно? Здесь очень интересные подъездные пути. То есть мы можем с трассы D400 повернуть и заехать к нашему комплексу. Мы можем отсюда буквально через 300 метров будет поворот на сторону магазина метро и государственной больницы. В этом комплексе находится подземный паркинг, что тоже очень актуально в наше время. Почему? Потому что автомобилей все больше и больше. И проблема с парковками, на самом деле, она возникает. Более того, кадастровая стоимость в этом объекте, в каждой квартире, от 75 тысяч евро. Поэтому проблема получить вид на жительство абсолютно не составляет. Также в шаговой доступности находятся различные магазины, кафе. Буквально в 200 метрах находится наш знаменитый бульвар, где расположены различные кафе, магазины, рестораны. Более того, район Аба, особенно Нижний Аба, считается мекка именно иностранной публики, друзья. Вы можете вечером пройтись буквально мимо кафе и ресторанов, поверьте, русскую речь вы абсолютно не услышите. Немцы, финны, англичане, да, именно те люди, которые облюбовали именно этот район. Более того, буквально в 200 метрах отсюда находится рынок, который работает каждую среду. То есть все факторы, которые нужны для инвестиционного проекта, здесь абсолютно совпали. Локация, цена, начальная точка входа у нас была самая интересная. Инфраструктура, район для ВНЖ и так далее, так далее, так далее. То есть порядка 10-15 параметров мы учитываем для того, чтобы принять инвестиционное решение. Пойдемте посмотрим следующие квартиры, которые тоже есть в продаже от наших инвесторов в этом комплексе. Ну вот, друзья, мы находимся в соседней квартире, которая тоже выставлена на продажу. Это тоже предложение одного из наших инвесторов. Квартира не линеечка, она все-таки на две стороны. Окна смотрят на восток и на юг.
достаточно просторный балкон, есть французский балкон. Также она будет оборудована полностью всей бытовой техникой. Опять же повторюсь, санузла, теплые полы. Эта квартира сейчас выставлена на продажу по цене 180 тысяч евро. Ну, это третья квартира, которая тоже находится на втором этаже и продается за 169 тысяч евро. На самом деле проблема инвесторов, друзья, не бойся это слово, в том, что, да, был какой-то определенный хайп на фоне понятных событий Россия и Украина, и цены действительно взлетели на самом деле очень высоко. Но, друзья, не забываем, что 1000 евро сегодня, 1000 евро через полгода, это абсолютно разные 1000 евро. Я вышел по 150, я своим инвесторам тоже говорю, 150 выходим, нормально. Нет, рынок типа вырос, мы хотим ждать и так далее. Цены только что я вам озвучил. Продастся за эту сумму? Вполне вероятно. Но я ожидаю, что это в любом случае горизонт 3-4-5 месяцев на самом деле, да? Поэтому здесь, друзья, вы заработали деньги, уходите с рынка. Не нужно жадничать, не нужно ожидать каких-то сумасшедших цен. Потому что все может быть. Вы знаете, в Турции как все это происходит. Раз, район закрыли. А если сейчас закроют район Аба, что вы будете делать? А если откроют другие районы, там Махмутлар, Кыргызстан, Кестель и так далее? Какая другая ситуация будет на рынке? Возобновится ли спрос? Тоже на самом деле большие вопросы. В данный момент перспективы рынка недвижимости Алании таковы. Это все будет сейчас пока стагнировать. Цены будут потихонечку падать. Да, выходят новые проекты, да, стоимость там на материалы, трудозатраты и так далее, все это растет, но тем не менее покупательский спрос пока сейчас самый маленький. Он обрушился по сравнению с июнем прошлого года, практически на 60%. Мои ожидания, да, цены на недвижимость будут немножко стагнировать. Если мы смотрим в долгосрок, 3-4 года, да, безусловно, иметь квартиру на Средиземном море, это прекрасно, да, в любом случае в горизонте вы не потеряете. Но все думают как-то быстро, месяц, два, три, четыре, пять. Нет, друзья, нужно смотреть немножечко дальше и шире. Итак, друзья, мы посмотрели нашу инвестиционную квартиру, а также несколько предложений инвесторов, которые сейчас предлагают свои квартиры на продажу. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, на наши соцсети. А вот здесь видео, друзья, пожалуйста, посмотрите. Здесь моя супруга Елена сняла нашу первую инвестиционную квартиру. Посмотрите, будет тоже очень интересно. Я с вами прощаюсь, всех обнял, приподнял, всего доброго и пока.